команда США. Примерно на 50% команда состоит из русскоязычных девочек. Тренируются они в Чикаго. Ну, а комбинированные упражнения будут исполнять под музыку Стравинского «Весна священная». Сами выбирали? Смело. Безумно красивая композиция. Или композицию. Конечно, великая музыка, но вот насколько им удалось? Ну, на мой взгляд, это очень сложный выбор композиции в плане того, что музыка сама по себе очень сложная, очень сильная, и ее нужно показывать по-другому. Мне кажется, девочки, ну, не совсем справились, наверное, морально, потому что было допущено много ошибок. И, может быть, из-за этого не совсем все получилось, не совсем удалось передать всю музыку. Очень сильная композиция, и под нее действительно нужно создавать спектакль, как Ирина Александровна говорит. Балет с предметом, можно сказать. Да, 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 потому что просто по-другому смотреться не будет. Но я думаю, что девочки все-таки пересмотрят что-то, какие-то свои ошибки исправят, может быть. У них все-таки получится показать весь смысл этого произведения. Команда Финляндии получила 18-5. Там была не одна потеря, которую я характеризовала как не сбивающий рисунок. Была еще одна, да, достаточно такая серьезная. Поэтому сейчас они занимают последнюю позицию. Бразильянки обогнали их на 2 с лишним балла.